Всем привет! Привет! А это что такое? Подожди, смотри. Что это такое? Ничего себе! Ёлки-палки! Вау! Ничего себе! Розовый камушек какой-то. Ух ты, такой блестящий. Он какой-то непонятный, розовый и красненький, да. И оранжевый. А ну-ка, как он на свет пропускает? Отлично пропускает. Ёлки-палки, вот это камушек. Вау. Просто богатейший. Мы находили разные, но вот такой камушек нашли впервые. Да. А, мисс маленькая, покажи на пальчики, как он у тебя будет смотреться, просто обалденно. А, на пальчики? Да. Ёлки-палки, вот это бай 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 бай, красота! Цветной алмазик! Ничего себе, посмотрите, какой красавец! Я в шоке! Ничего себе, это какой-то сиреневый камушек. Ты посмотри, какой он красавец. Ой, вай, 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 подожди, дай покажу я его. Ой, на твоем личике милом, как смотрится, вот так вот. А можно вот так на лоб, как вижену, приклеить камушек. Господи, какая красота, вау, какая. Он какой-то морской, что ли? Фиолетово, оранжево, розовый. Вот это да, смотрите, и тот камушек, два камня нашли. Давай будем смотреть, может еще что-то, мало ли, найдем. Черт возьми, что я вижу, посмотрите. Желтенький алмазик. Посмотрите, какая у него чистота, как он переливается. Вот это да. Но красивый, вы же сами такой. Видите, вы же сами все видите. Это не краска, краска бы отстала, правильно? Да. Это чистые самоцветы. Ничего себе, желтый, самородки. На рубин что-то похоже, или это алмазы какие-то, или это стекляшки. Мы не знаем, мы не эксперты. Может, это и стекло, я не спорю. Но посмотрите, оно лежит, и я не первый, кто это показывает, такие шикарнейшие камни. Как камни бесконечности, смотри, из войны, ага. Бесконечности. Красивый. Словно камни бесконечности, как Танос, хожу, собираю камушки. Ничего себе, вы посмотрите, а? Реально камни бесконечности. Они такие чудесные, просто шок.
Как много золота. Я золото нашла. Да ты что? Да, вот оно. Ой, молодец. А вот кошечка нашла еще. Такой хороший кусочек. О, как ветер поднялся, аж волны приливают. Ну так вот, побаловался, помыл. Особо я за золотом сюда не приехал. Давайте уберем это золото наше. Давайте сюда водички нальем, а то еще уплывет, мало ли. Такие волны. Ой, красота. Я еще рисовая водка нашла. Ух ты, покажи. Вот это да, умница. Молодец. Ай ты моё, прелесть. Посмотрите, маленькая мисс нашла три шикарных самородка. Она вот просто ходит по берегу и собирает. Да, кошечка? Да. Что, ищешь? Да. Молодец. Ну и, конечно же, камушки. Ой, камушки — это вообще восторг. Я не знаю, что это, не буду утверждать. Мы думаем, это алмазы. Да. Я еще один нашла. Ух ты. Посмотрите. А какой он хорошенький, а? Молодец. Золото есть золото. Это на колечко. Такое хорошее колечко. И, к примеру, вот такой камушек. Красный рубинчик. Ничего себе. Вот это находка. Рубинчик нашла. Посмотрите. Я в шоке просто. Нашла красный рубинчик. Ага. Вот тут скопилась такая ямина, очень много золотистого песка. Давайте еще промою и посмотрим. А вот результаты сразу. Ёлки-палки! Ничего себе! Вот это да! Везде гнездами собирается. Я прям в шоке от такой богатой земли.
Увольняемся, ребята, и богатеем обязательно. Ищем, моем. Тут просто клондайк. Я рубинчик нашла. Что? Рубинчик. Нифига, посмотрите, какой камень. Он какой-то цветастый весь еще. Немного, такой вот. Ага. Оранжево-красненький. А ну-ка дай пальчик. Вот так вот примерим. Ой, посмотрите. Красавец будет просто. О, молодец, убери от греха подальше. Умница. Такие шикарнейшие богатства. Да? У меня аж перекрыло это горло. Ты что, издеваешься? Тут золото мое, а ты такие рубины, алмазы находишь. Решила меня, наверное, окончательно добить. Вот так вот. Вот столько золота я намыл. Посмотрите на эту красоту. Рассыпное золото. Еще. И плюс там намыл. Я временно убрал. Сейчас покажем вам, что мы сегодня нашли. Пару крупинок таких чешуечек вымылось. Ну а так, в принципе, как видите, золото сохраняется. Богатейшие земли.